первом квартале текущего года бюджет потратил почти 2 миллиарда рублей на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Такие данные приводит Министерство труда и социальной защиты населения Башкортостана. Более того, после роста тарифов с 1 июля размер выплат будет проиндексирован. Всего в Башкортостане такие льготы имеют 765 тысяч человек. 15 тысяч из них получают компенсацию расходов по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов по достижению возраста 70 лет. Пресс-службе регионального оператора по Башкортостану подчеркнули, что многие пожилые собственники отказываются платить взнос, когда им наступает 80 лет. Но платить его все равно нужно, оформив соответствующую процедуру возврата денег. Ранее власти приняли решение компенсацию по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов для отдельных категорий граждан планируют продлить до 2020 года.